Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Антон, это канал Крокодил Плей, и мы с вами продолжаем играть в серию Сэм 2, и мы пришли играть с клирами. Точнее, дошли мы до этого в прошлой серии, но играть мы с ними будем только сейчас. Во что играть, смотрите сами. Ой, неожиданно. Что-то вы как-то слишком быстро, слишком близко. Я думал, вы там где-нибудь внизу стоите, а вы прям тут. Обалдеть. Это было неожиданно. Нежданчик прям спрятались на ступеньках, а выше почему-то подняться не могли, да? Так, нужна секретка какая-нибудь. Где-нибудь что-нибудь есть? Ничего нигде нет. И с той стороны обязательно посмотреть. Прям обязательно. Да, сокровища. Тышу мы наполучили. А вот и скорпион. А что-то он какой-то слабенький. Очень слабенький. Ой, ну пуляет он прикольно. Подожди. Зачесалась. Зачесалась шея. Все, почесалась шея. Еще будут скорпионы такие? Он реально, реально слабый, но если таких будет несколько, они могут причинить вреда тем, что они очень быстро шмаляют из своих жал пистолетов. Это что сейчас было? Это либо в окне мотоцикл, либо какой-то рев дикого большого зверя из игры. Надеюсь, что это мотоцикл на улице. Ну, надеюсь, опять же, надеюсь. Много надежд. Очень много надежд, что его не было слышно вам. Патронов очень мало у нас у дробовика. Давай, наверное, с узяками побегаем. Все время забываю, куда колесиком вертеть, чтобы оружие сменить в ту или иную сторону. Вниз к единичке, вверх к девятке. Все, постараюсь запомнить, наконец-то, спустя много серий, да? Когда-то же надо начинать учить то, что происходит в игре. Так, что-то у нас черепа, черепа и лава. Какая красота. Ой, чё это? Открыл. Чё ты открыл? Не надо мне консоли, пожалуйста, убери консоль. Вот, да, спасибо тебе большое. Что-то появилось, это хорошо, но, скорее всего, это к нехорошему. Появилось. О, вот. Когда их много, они успевают запулькивать. В большой череп бежать? В большой череп в конце каньона? Я правильно тебя понял? Ну ладно, так давай так и сделаем. Так и сделаем. На микрофон, наверное, надо было чуть-чуть децибел убавить. Потому что, когда я начинаю говорить громко, происходят непонятные звуки. Треск слышен. Действительно большой череп. И на ближней дистанции они попадают. Ё-моё, что-то вас там много. Вот, я об этом и говорю, что когда их будет очень много, это будет печально. Ой, застрял. И застревать, короче, вообще нельзя. Нет, так-то они слабенькие. Если их выводить вот так по одному, они ничего сделать не могут. Пугаюсь, что сзади кто-нибудь вылезет. А там что, Босяцкий стоит? Реально Босяцкий. Босс-скорпион. Flowers Victory. Саб-Зира на вас нет. А, что у нас, ракетница? Ракетница заполнена. Непорядок. Ну ладно. Нет, я буду пока с узяхой бегать, с двумя пулеметами. Автоматами, автомат-пулеметами, пистолет-пулеметами. Не знаю, что это, короче, буду с этими стволами бегать. С двух рук шмалять, это круто. Что-то нехорошее, мне кажется, сейчас будет. Наш старый знакомый.
Вилаться непонятно кто. Еще скорпионы вылетают. Где? Ой. Скорпионов хочу убить, пока они далеко. Еще бы клиров, конечно, не подпускать близко, опять же. На клиров плохо действует от этого. Вот их надо с дробаша. Они, да, разлетаются. А этих парней издали нужно обрабатывать. Где ты там стоишь? Ну, добрать его. Вот. Еще и новую жизнь девчонка дала. Молодец. Молодец. Ой, не то оружие. Так, где-то скорпион начал заработать. Где? Это что ли? Это далеко. А, ну да, он действительно, он больше некому. Сколько ты снарядов посылаешь? Давай посчитаем. Ну? 10. 10 снарядов посылает он. Да, в 3 очка, если они так стоять будут, это уже болезненно. С трех сторон по 10 снарядов. Секретики. Секретики. Классно. Жаль, ракетницами пока не пользуемся. Чего не пользуюсь, не знаю почему. Не нужно пока. Ну, хотя на дракошку. Навелаться непонятно кого пригодилось. Так не надо вроде. Есть еще что-нибудь? Нет, больше вроде бы ничего нет. Ну, пошли в жерло. После нас хоть обвал. После нас хоть потоп. Вы сзади появляетесь или спереди? Ну, а спереди это ерунда. Я думал, сейчас сзади будут гнать. Ой. Ты-то не попадаешь, а я попадаю. Вообще неприятно. Не люблю такие уровни, где лава и возможность упасть. При этом оттуда потом не вылезть. Ну или надо бежать очень-очень долго, очень много. И непонятно куда. Мы расшатаем этот мир. Или волки, или мы. Монетки. Давай собирать мешочек. Мешочек. Туда не залезем никуда. Так. Из вас что-нибудь вылезет потом, да? О! Что это такое было? Жду это. Подожди. Это была какая-то херня на стволе. Это растение. Скелетное растение было. Цветок убийца. Скелетообразный цветок убийца. О, это большое такое же. Давай тебе в ствол кидать. Что ты такой мощный-то? Еще один. Больше нет? Да, вот и пригодилась ракетница. Не зря собирали. Туда мы, видимо, откуда-то оттуда попадем. Ну давай, нам идти дальше, видимо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, хоть запрыгнуть смог назад. Неприятно. Так, надо дробаш брать. Если они так будут попадать, появляться прямо перед носом. Ядра к пушке, а пушки нет. Пушки ведь нет, пушки нет. Идем. Да, с дробаша она хорошо разлетается. Прям замечательно. Тут что-нибудь есть? Нет, вроде ничего нет. Патроны у нас полные.
Здесь какой-нибудь секретки нет? Спрятанные нет? Нет, нет, ничего нет. Ничего не значит, надо идти вперед. Вперед это куда-то туда. Ну давай. Они так внезапно появляются, меня это пугает. Реально пугает. Вот за хпшкой надо сползать. Плюс 50 здоровья. Не очень-то много. Ну, пойдет, пойдет, пока пойдет. Пока у нас есть... А, кто-то где-то появился. А кто и где? А, гранаты появились и патроны к автоматам, пулеметам, пистолетам. А это уже вряд ли. О, наши старые друзья с ружьями. Вас-то я и не ждал здесь встретить. Гранатки нам дают зачем-то. Это явно рычаг. Секрет прыжков по буквам? Сауслайрм Этнес. Секрет прыжков по буквам. С, да? СЕ. Это что за секрет-то такой? СЕР. А, ну типа серьез должно быть, да? Нет! 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 Пипец, куда нас закинуло? В самое начало? А, нет, не в самое начало, ну... Пожалуй, не буду я проходить этот секрет. Серии Оус. Сэм. Или пройти. Монетки там появились. Наплевать на монетки. Это не самое важное, что нужно. Ну ты еще и попасть смог. Подлец. Давай еще раз посмотрим. Сериоус. Так получается. Ай. Все? А, и ты теперь больше вообще не работаешь? Ну ладно. Хули так. Ну, в жизнь обратно получили. Перед этим, конечно, никудышно потеряли. Миниган. Что-то к чему-то готовят, к жесткому. А где это оружие у нас находится? Дай найдем. По костям плохо, плохо по костям. Где-то еще кто-то появился слева. И там еще все везде появилось, и ничего брать не надо. Или появилось так, что я ничего не заметил. А ракетница что у нас? Полная ракетница? Не полная ракетница. Почему ты не берешь? Потому что не дошел. Типа,
типа спрятались, что-то как-то мышь вдруг резко чересчур зареагировала. Вроде не сильно все стоит. А! Ну это надо было попасть, конечно, умудриться сюда. Шестнадцать минут, коротенькой. Давай еще проходить. Хотя расчет на время 15. Ну, с секреткой много времени потратили, на самом-то деле. Давай еще главушку, муравушку. То ли пепел, то ли снег. Какая хорошая музыка в конце. Прям ожидаешь чего-то доброго. Ха, теперь ясно, почему они назвали это место садом костей. Не хотела бы я этим крошкам на зуб попасться. Дальше должен быть проход к темному алтарю. В субботу вечером Клировский совершает там темные языческие ритуалы, молясь богам силы и костного мозга. И наверняка медальон у него будет на шее. Этот гад его использует, чтобы контролировать других клиров. Адская дива. Блински, она реально адская. Уничтожь всех на своем пути и доберись до Клировского. Она реально адская. Ну, не очень дива, конечно, но адская. Кости, вы будете вставать, воскрешаться, что-то там такое? Так. Парняги с ружьями. Я вам крылья-то пообломаю. Вот туда надо использовать этот миниган. Попутно убивая всякую мелочь. Вот адские дивы, я слышу их голос. Бегут, бегут на крыльях любви. Блин, еще один громадный. О, ты смотри, а у него самонаводящаяся какая-то херня. Так, давай сначала с летающими разберемся. Больно уж я не люблю этих всех тварей. Они мешают очень сильно. На самом-то деле, они сбивают с курса. Ой-ой-ой, глисты еще вылезли из земли. Короче, 5. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Встаньте, дети, встаньте в круг. И давай, поехали. Крылатых змеев убивать. Зеленых. Да что тут камешек какой? А, камешек, тут кости. Во имя костного мозга и других. Можно вперед, я думаю, не бежать как бы так сильно, быстро. Торопиться нам некуда. Где-то кто-то справа шумит, точно. Все? Или нет? А, вот еще летают. Еще летят. Что, закончились, что ли, у нас? К дробовику закончились, да, снаряды. Все? Вроде все, все вылетели. А еще ядра для пушки. У нас пушки-то нет. Почему ядра мы собираем, а пушки нет? Да, как бы не дошло дело до того, что придется с пистолетом проходить. Будет плачевный результат. И опыт так себе. Ага, амуниция есть. Значит, соберем сейчас все снарядов всяких разных. Секреток не видно. А, ну вон там броня. Вижу броню. Мешочек. А как за мешочком добраться? Может быть так вот? Не, ну тут не добежать, не допрыгнуть. По костям, может быть, залезть? На самый верх? Нет, тоже что-то не вариант какой-то. Ну ладно, пусть будет там. Пусть там и будет.
Переключателей вроде тоже никаких нет нигде. Да и наплевать, вообще забей. У нас есть. Есть у нас и монетки, и патроны. Все есть, нам хватит. Все. Пошли собирать и дальше. В путь. Комплект патронов. 80 всего. Ну, ладно, пущай 80. Это лучше, чем ничего. Они разлетаются реально как кегли. Крутяк. Вот, наверное, надо было миниган все-таки здесь использовать. Что мешает сейчас это сделать? С фланга заходит. Знаток стратегии. Как это классное такое мезиво. Шикардос. Ребят, слишком быстро на вас патроны заканчиваются. Застрял, ой, застрял, ой, бежим вперед. Бежим вперед куда-нибудь. О, старый наш приятель. Новая жизнь, ну не совсем вовремя, наверное. Вот так вот. Размочили кегельбан гранатой. Дружище динозавр, привет. Не нравится, да, дружок? Закончился. Ну вот теперь надо туда как-то залезть. 672 патрона. Этого, конечно, достаточно, но хотелось бы больше. Всегда хочется чего-то большего. Соточка патронов лишней не бывает. Ну ладно, Клировский. Выходи, подлый трус. Тебя надо заранее уничтожить. Так, один есть. Больше нет больших врагов? Никто больше за тобой не выплывет? Тут поспешишь людей, не смеш-мешишь. Не смеш-мешишь. Не смеш-мешишь. Людей-то. Бронечка. Может быть, надо было прыгнуть на этот плот? Хотя куда бы он нас привел? Пошел вон. Людей бегаешь, пугаешь. Ой. С главарем еще, с двумя. С двумя главарями. Ну, они дальнобойные, но они не попадают, если начинаешь елозить. А эти точнее. Особенно за счет скорострельности своей. Патроны что-то заканчиваются внезапно. Красавчик. Нам дают очень много ракет, но их здесь не имеет смысла пользоваться ими. Скорпионки ползут в постоянку, они не стоят обычно на месте, пока не уберут позицию, поэтому тратить на них ракеты не самое дешевое удовольствие, мне кажется. Прыжки через лаву. Ну ладно. Паркур. А куда дальше паркурить? Туда имеет смысл паркурить? Да, если еще запаркурить. Да ладно. Камушки. Не, не запрыгнуть туда. Мне кажется, не запрыгнуть. Но если ты смог, значит ты молодец. Можешь погладить себя за это по голове.
и купить себе шоколадку. Вкусную. Вкусную шоколадку. Это обязательное условие. Ведь ты же должен считать себя победителем. А если шоколадка будет невкусной, какой ты победитель без вкусной шоколадки? Никакой. Ты плохой победитель, если ты победил и не съел вкусную шоколадку. Я вижу сокровище. Ну, до вас вроде реально допрыгнуть. Да. Что-нибудь еще здесь есть? Нет, больше здесь ничего нет. Судя по всему, сейчас мы туда поплывем. Или туда. Куда движется лава? Лава налево движется. Значит, туда мы поплывем. Куда-то точно должны поплыть. Нет. Миниган, отстой. Так, пушка. Давай, вылазьте. Где-то кто-то стрелял, или я просто на лаву наступил? Наверное, второй вариант. Ёшки-матрёшки. Злые папирошки. Ну, давай. Врубаем пушку и стреляем пушкой. В смысле, а где? Где? Кто в меня? Кто? А, вот ты где. Вот ты где, вот ты кто. А где у нас пушка? А, 8. Тихонечко, тихонечко. Они не докатываются. Ой, сагрились, ребята. Это прикольно. Пушка, это прикольно. Ой, девочки-веселочки. Ты тут машешь тут своими железяками. Ха-ха-ха-ха! Красотка! А, ты еще сзади стоишь? Это было неожиданно. Не, не прикольно. Они не неприятные, просто вот эти самонаводящиеся штуки. Они несколько раздражают. Слева. Кастуют, кастуют. Но учитывая их долгие перезаряды. И не самые лучшие самонаводящиеся непонятные эти херни. Красотка! Не, нельзя допускать такого близкого приближения. Они вдруг внезапно начинают попадать. Ой, а чё-то вас много так? Девчат, успокойтесь, пожалуйста. Ну, это однообразно же, ну, даже не смешно. Очень странно, женщины с вилами. Посейдона на вас нет, он бы забрал свой трезубец. У каждой из вас. Что-нибудь сделал с этим. Так, что за друзья там? А, это подачки. А это уже не подачки. Подожди, сзади еще есть, что ли? Че, где я застрял? Я потерялся. А, нам вход заблокировали. Не, ну это вообще не весело. Тут еще с парнями. И хочется кашлять. Господи. Ты чё не умер? А теперь? А сейчас? Ну ты умри уже наконец когда-нибудь.
Завязывай, ну. О, армия тьмы. Тьмы. Ну, давай, все, у меня все закончилось, ребят. А вы еще не закончились. Где взять снаряд для вас? Что-то рычит где-то Грозное еще, нет? Нет никого? Нет, Грозного никого нет, просто эти пацаны. Просто много этих пацанов. Так, еще одна волна зачищена. Или нет? Нет, было сохранение, но волна еще не зачищена. Или она посчитала зачищенной, будь зачищенной волна. Ёп твою налево. Зачищенная волна или незачищенная волна, я не понял. Скорпионы пошли. Почему-то волна от тяжелого к легкому, да? Сначала динозавры, потом ведьмы. Потом клиры, потом скорпионы. Еще есть. Он, короче, смотри, как прикольно поступил. Взял и... Ой! Вас-то я и не приметил, уважаемый. Вы, мне кажется, очередь не там заняли. Новая жизнь-то хорошо, а снаряды еще лучше. Летающие пошли. Что-то мне... Кто? Ты смотри, жульё, вплотную подобрался. Так, мне нужно амуницию брать и хпшки брать срочно. Очень срочно. Вплотную еще подбегают засранцы. Слева где-то. Кто? Где? Вот что у вас так много? Ман много. Это было больно. Не, что-то серьезно много. Очень много. Очень много злодеев, очень мало патронов. Очень мало хп, отсутствие брони. Где-то еще ты... Ух ты, ё-моё, как пережить-то? Ты еще и бить умеешь, помимо того, что стреляешь тут много. Скоро закончится миниган. И будет попадос. Давай еще гранаты промазал у баразы. Где, 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 где? Ой-ой-ой-ой. Порвало, пацана. От зависти лопнул. Все, я надеюсь. Еще один. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это уже нельзя назвать чистой победой. Может, где-то хпшки появятся, нет? Эпично. Нет. Еще больше слоу-моушен. Ребят, ну это по сюжету я не растягивал. Саму скучно, слишком мало врагов. Все понятно и коту. Васи где-то было, ни один не нашли. Где они прятались? Где же вы могли прятаться-то, секреты? Ой!
сырок для клиров. А теперь впервые на арене М.Джей Клировский. Сэма, призови сейчас, да? Здоровый черт! Вот черт! Очень здоровый черт! Клировский. Да, громадина. Нет, ну что за боссы нынче пошли, а? При виде настоящих героев они все начинают сматывать удочки. Но нам, героям, разница невелика. Осталось лишь прижать его хорошенько. Луч света, нацеленный на темный алтарь, дает просто уйму энергии. Может, попробуешь ее использовать? До того, как это сделает Клировский. Слушай, давай ты его прикончишь, и мы, наконец, уберемся отсюда. А? Конечно, конечно. Мы прикончим Клировского и, наконец, уберемся отсюда. Но все это будет в следующей серии. А на данном этапе я с вами прощаюсь, ребят. Всех вам благ, всего доброго, ставьте пальцы, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, включайте оповещения и до новых встреч в новых сериях. Пока-пока.